Как же ты час 40 раз. У тебя плохой автобус был. Вообще 23, я сдал 50 минут, не пришел. Я сел за Пушкиным заехал. Только вечером 23 появился. Пробки. Как машину такую большую, что там не жить можно. Вышел правда, да? Кто зашел? Эй! Орехи. Не здрасте, не до свидания. Вот целое дело. Сейчас я печить буду. Боец. Сейчас заставим. Леша у меня не заставит. Вы приехали. А чей рюкзак вот этот? Рюкзак куда? Туда. Раздевал. Как пистяк, да? Пистяк, да. Разрешите? Можно. Вам помочь? Я знал, что ты ждешь уже час 40 добрался. Я сразу должен был быть ехать здесь сейчас. Вот сейчас. А я в 12 вышла с универа, я думаю, до дома уже не быстро. Я поехал на базар, ехал час 10 минут 15. Так, ждал маршрутку, потом ехал. Где-то час 20, час вот так, час 20, час 10. Сдал принтер. Обратно думаю, как ехать? 113, 113. Решил, там девочки в этом, в раздевалке. Решил 66. Пришел, а там перерыв, а нет, на труда еду. Я думаю, сядь, хай, боец, ошибаться. Маску сними и садись. Я решил этот на 66. Дальше, значит, сел на 134. Доехал до цирка, но сидя. Доехал до цирка, вышел, смотрю, троллейбус. Пустой, живой, хорошо. Ну вроде чеканы. Сел, оказывается, Чебкара. И я поехал вниз, потом думаю, так, если я здесь выйду типографию, это же пилять сколько. Поехал в следующий остановок. Вышел, перешел, идет 121 маршрут. А Чекара где? Ну, Чекана, Чебкара. Чекара где? Чекана здесь. Нет, Чекана, а ты стал? Чебкара, старая почта. Чебкара. Дальше. Я решил, смотрю, подошла маршрутка, спрашиваю, 121. Я, можно сесть? Я сел, едет. Я говорю, вы где заворачиваете? Потому что она заворачивает не... Вот здесь вот она заворачивает, раньше. Слез, уже сел на 112 и уже доехал сюда. Но везде я сидел. Я нигде не стоял. Потому что там
Подходили, это не можно стоять, было бы, ну, да. Еще раз? Я ваш YouTube-канал нашла. Нашла? Да. Как называется? Не знаю. Но я подписалась на вас. Да? А вот как спасибо. На вас? Значит, канал называется Личео Молдова. Вот я уже выставил, как вы это самое. Одну карточку потерял за 380 лет бестолковый. Вчера шел, музыку слушал, и как она выпала. И там есть ваша тренировка. Есть вот этот ковер и этот ковер. Посередине нет. Пойду сегодня там, где шоу. Может, найду. Я вам потом покажу. Вот там я буду выставлять тренировку. Так. Значит, еще раз, пока мы посмотрим кимоно, оставлять будете здесь. Ну, Вика забирает, Вика забирает. А те, которые новенькие, пока будут здесь, чтобы я знал, что они придут, там бросят и все. А так я буду знать никого, что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? Оно есть. Так, вот эти два встали. Да. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока даю. Так. Это температура кимоно или нет? Ты что здесь? Садись, сколько ешь, то сейчас я девочек позову, и мы начнем. Зачем вам вода? Потом история закончится. А горшка нет у меня. А
Нормативы. Я тебя прошу, скажи, что я выбери оттуда. Остальные не надо, сидите. Вы же не Вика, кто же не Вика зовут. По шее Руслане дай там, пожалуйста. Мишки читают и... Кого? Так, Руслана, вот там... Руслана, там вот кимоно, там. Ты помнишь свое кимоно, Руслана? Да, Руслана. Руслана, посмотри свое кимоно, Руслана. Посмотри там свое кимоно, если нет, вот тут. Семь, да. Вот там висят, можешь любой убрать. Эй! А что завтра? А смотри, потому что чтобы маленькая не было. Она на Вике одета, а ее вот. Твое на Вике? Да. А Вики. Не, у Вики своя должна быть. Они как лестницы. Ты смотри, ты найди свое кимоно. Вот то, что ты одевала, то, что я тебе дал. На Вике? Сейчас. Так, здравствуйте, разрешите войти. Здравствуйте, разрешите войти. Переводимся. А, Вика, иди сюда. Вика, подойди сюда, Викушечка. Скажи, пожалуйста, это кино не Вика? Да, Вика. Ну, подкинь, ты все сказала. Руслан, одевайтесь. А, вот там кимоно есть. Одевайте куртку. Андрей, я сказал, так для куртки не садитесь. Дайте им взять куртку. Маску надо сюда поставить. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо. А ключи есть, да? Нет. Отдай мне, это для тебя маленькая. Вот посмотрите. Вот эти две куртки. А подожди, не трогай. Вот большая дай ей, а ты отдай ей. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй это. Иди сюда. Эй! Боец, он быстро сели сюда!
что, не поняли, что ли? А что дальше? Да. Чтоб был порядок. Нет, я тебя бить буду. Тебя. Их ты бить не имеешь права. А я буду тебя бить. Я тебе просто дам пояс, как врежешься по спине. Это вам не класс здесь. Для сердца. Хотя синий мы вот за ним.
трупа. Значит, бойцы встали. Кто, у кого пояса есть, брыл есть. Ошизаться. Вот и ты. Сейчас покажем ручки вперед. Ноги вперед. Пояса, ну, брыл, да? Где он? Иди, пожалуйста. Так, более-менее нормально. Нормально. Ненормально. Еще раз. Будете сами потом себе покупать. Иди сюда, боец. Ценить. Эту повесу, да? Еще раз. Да, пожалуйста. Еще раз. Так, вот вы мне напомнили. Попробуй. Еще раз. На всех кимоно будет номер. Чтобы вы помнили. А оставлять кимоно будете здесь. Одев потом. Садились сюда. Ксюшенька. Нет, Ксюша, не надо им завязывать. Возьми пояса, нужно вот раз пояс, два пояса, еще два пояса сюда. Мы их сейчас заставим. Садись, просто сели, аккуратно. Значит так, я хочу, я буду с вами еще раз напомнить, я не всех помню. Значит так, кук, Артем, ручку поднять. Скажи, пожалуйста, ты когда заходишь, ты, наверное, что делаешь? Заходишь сюда, кланяешься и говоришь, добрый день, я буду сделать дом-волонтер. Один дом-волонтер. А что ты делаешь, когда видишь директора? Как директора зовут? Ты знаешь? Домна Елена Фрунзе. Когда ты идешь мимо директора, что надо сделать? Ничего не надо делать, ты идешь. Остается 2-3 метра, ты должен поклониться, как дзюдоист. Маленький поклон, маленький, сказать, бонозел, директор. Просто бонозел, все, идешь. Когда ты видишь классного руководителя, что должен сделать? То же самое поздороваться. Девочки, еще раз, такой порядок. Пришли сюда. Зашли, поклонились залу и поздоровались с тренерами. Уходите, то же самое. Если вы хотите выйти, нет, вот так, это каратисты кланяются. Потом те, кто занимается тэквондо, каратэ не так делают. А дзюдоисты кланяются. Дальше. Увидели директора. Как зовут? А что за ЦБ? Как директора зовут? Домна Елена Фрунзе. Ну, может, и будете говорить? Буна сделал, Буна Деменянца, Буна Сяра. То есть первым, кого вы видите в лице, я должен поздороваться. Вот стоит, хорошо. Стоит один тренер, второй тренер и директор. С кем вы будете здороваться в первую очередь? С кем? С директором. Самый главный. Он мой начальник, ее начальник и ваш начальник. В первую очередь с директором увидели, выназил, потом выназил дом тренера. Не надо вот этого. Ты, смотри, ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит. А, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей. Семерку. Поставлю лучше восьмерку. А так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здороваетесь, есть ходят здесь учителя, значит, во-первых, это касается вас. Увидели директора классного руководителя любого тренера, остановились, поклонились, как поняли, все, ушел, можете дальше играть. Особенно вас, обязательно здороваться. Тренер, классный руководитель, директор, в первую очередь с директором. Вот здесь я это уберу, Сережу Тому, это мой ученик, я первый тренер, а потом еще были много тренеров, которые с ним работали, он на Олимпийских играх стал третьим местом. Но не только я, а еще 5-6 тренировок тренировала его, поэтому
когда что-то лично моя заслуга, нет, я только начал с ним, 6 лет, 5 лет работал, потом он перешел, работали другие тренеры. Значит, еще раз, стоят три человека, тренер, классный руководитель и директор. Первым, с кем вы здороваетесь, это директор. Вторым вы здороваетесь, классный руководитель. И третий, тренера. Еще раз я вам напоминаю. Бежишь, пробежал, не заметил. Вдруг тебя сразу поворачиваешься. Все. Сразу к вам другое отношение. Ко мне другое отношение будет. Меня директор лишний раз не поругает. Стоп. Разрешите. Вперед. Пожалуйста. Мобильный. Где мой мобильный телефон? Уйди мой мобильный телефон. Где мой мобильный телефон? В кабинете. А почему? А потому что я на работе. У меня идет работа, и поэтому жена не звонит, дочка не звонит, сын не звонит, друзья не звонят. Я не знаю. И если я где-то хожу, я говорю, не звоните мне с часу до 4, до 5 не звоните. Я не отвечаю, потому что... Вот если взять телефон мой, у меня там два времени. Первое – это наше время, а второе – там, где моя дочка. Она в Бостоне, под Бостоном живет, в Америке. И там есть другое время. Увидим время, я вам скажу, где находится моя дочка. Вот раз, например, я, вот сейчас на работе. Вот суббота, да, ага, едет на гимнастику с детьми. Ага, воскресенье, ага, едет, у них там, да, едет куда-то. Или вот, то есть я знаю. Она знает, где я нахожусь. Вот в университете в Америке, когда она училась, если кто-то звонит, и она поднимает трубку в университете, могут исключить. Да? И если вы списали с интернета, взяли, просто списали, учитель заметил, выгоняют с университета. Она говорит, я пару раз звонил, она говорит, она же потом говорит, папа, мы оставляем мобильные, мы с ними не ходим в университет. У нас нет свободы. Они в другом месте, есть шкафчик, и все, мы там оставляем. Поэтому даже не звоним. То есть здесь порядок. Здесь вы должны предупредить родителей, особенно мальчики предупреждают своих девочек, своих друзей, что я с двух, до трех, до четырех на тренировке не звоним. А если звонят, значит я понимаю, что вы еще не привыкли. Должны привыкнуть к этому распорядку. Дальше. Значит, насчет кимоно. Кимоно я подписал, вы посмотрите, вот где сидишь, Жасмина, где сидишь, там сложишь и здесь поставишь. И здесь сидишь. Нет, ты забираешь, вот там нужно будет просто отметить. И ты вот эти три человека. Раз, два, три. Они занимаются давно, я их хорошо очень знаю, они всегда хорошо, аккуратно складывают. Потому что у меня там столько вещей, девочек, я же. Так, так удобно в раздевалке или нет? Или поставить стулья, как было? Единственное, что я вам потом вешалку еще поставлю, чтобы можно было вешать. Просто. Так, с этим понятно, да? Значит, раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть человек, вот ты здесь сидишь, вот здесь твое кимоно и пояс. Вы ставите там. Теперь, я вас ищу, я, знаете, я старый, болел ковидом, я всех не помню. Вот, например, Руслана я помню, Вику помню, Михаила помню. Почему? Они давно занимаются, я все время с ними общаюсь. Если человек... Так, теперь смотрите дальше. Нам придет директор, когда мы будем сдавать. Мне сказали так, что с понедельника вы начнете кушать. Я обрадовался, уже и бегал. Вот с утра. Три дня с утра я здесь. Только сегодня чуть попозже. Потому что вчера директор получил по шее. Естественно. Шею я уже отработал. Еще раз, вот я сделаю снимки, сделаю портрет директора,
свой, тренеров, классный руководитель, замдиректора по спорту. И он будет, вот, не знаю, не здесь, то мы повесим, вы будете знать, кто это. Надо обратиться, вы подойдете, скажете, дому Виктор.